смотрите, смотрите, как они, а! Ух! Ух, как интересно! Ай-яй-яй-яй-яй! Это да! Это дают, ребятки! Ребята, мы приехали на невероятный праздник, называется «Борьба быков». Такие огромные-огромные быки, если не ошибаюсь, их 14 здесь борется. Это городочек Посушье, это возле уже Хорватии, но еще Босния и Герцеговина. В основном мужчины собрались. Смотрите, как народ убегает, смешно. Ликуют! Ликуют! Ух ты, какие, а! Здесь раздают ягненка на вертеле. А посмотрите, сколько их тут жарится. Это была Ванькина мечта, да? Попал! Мы сейчас находимся в необычном месте. Это бой быков. Он каждый год, я понимаю, здесь проходит. Недалеко от местечка Посушье, это Босния и Герцеговина, но достаточно далековато от Черногории. Девушек, я думаю, процент один среди всей этой огромной толпы, поэтому бесплатно пускают девчонок, мужчин 5 евро вход. Вот. Ну и можешь здесь купить чевапи, ягнятину, это тоже стоит денег, но не очень больших. Пиво есть, какие-то сувениры. Тут непонятно, кто выиграет. Они, видите, равные в данной битве. Ух, смотрите, какой адреналин в крови. Ужас просто. Мужики стоят, смотрят. А голову никто не желает, нет? О, кто-то желает голову, смотри. Новенький пришел такой, смотри, хорошенький. Ну что, ребят, немножко баранины. Во время паузы часовой взяли, смотри, сколько я. Баранчика, хлебушка. А народу тьма какая вообще. Ну, пойду-ка я. Смотрите, сколько людей. Напомню, мероприятие стоит 5 евро на входе, только мужчин. Женщины бесплатно проходят. Людей тут, я не знаю, пару тысяч, мне кажется. Победил вот этот черный бык в этой битве с рыжиком. Да? Не знаю, как они определили. На дроне закончилась карточка.